Привет, меня зовут Георгий Смирнов. Хотите снимать кино? Бросайте мет. Где Смирнов? Понимаете, мама, она вбила себе в голову, что я должен обязательно стать врачом. Ну, какой из меня врач? Ну, режиссер — это человек, который знает жизнь во всех мелочах. А вы разве что-то знаете о жизни? То есть ты хочешь быть курьером? Очень. Резюме у меня нет, опыта тоже. Но я с мамой поспорил, что 3 месяца проживу сам без ее помощи. Ты же ничего тяжелее телефона в руках не держал. Вали отсюда. Первый заказ. Погнали. Мы дорожим вашим выбором и стараемся стать еще лучше. Удачи. Двигаемся дальше. Стоп, хватит. Сейчас прямо, а теперь налево. Посмотри направо. Быстрее все это делаем. Учите ценить чужое время. Прости, ваш заказ. Ты съел мою пиццу! Как ты мог? Эй, ты куда? Вы наверху? Слышите? Я вам обед... Помогите! Я просто понял. Чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь взамен. Ты не дергайся, а то обед накроешь. Ни в коем случае! Наш приоритет – ваш заказ. До тех пор, пока все это не заработает, я тебя не выпущу. Those doors, I'm a fool for your love.